Давайте мы помолимся сегодня, да, с властью, да, данной нам. Да. Я приглашаю вас. Давайте. Я вижу, просто здесь нужды тоже. Людмила, прошу молиться, чтобы Господь показал мне выход, исцелил мою душу. Есть такие, там, исцеление от ковида, разрушение нечистого на сына Андрея. Сегодня начал пить, становится агрессивных, и много очень таких ходатайств за близких, которые подвержены вот влиянию зависимости от алкоголя. И то, что мне тоже бросилось в глаза, не только духовное ослабление, а кто-то просил там разрушение проклятия на делах рук, друзья. Я верю, что действительно сила, которую Бог дает нам, это просто термоядерная сила. Это невероятная сила воскресения, которая разрушила путы смерти. Никакой дьявол, никакая смерть не может удержать Христа. Если вы исповедовали Иисуса, мы соглашаемся с вами. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое полно благодати и истины, Господь. За то, что это Слово в наших устах, в нашем сердце, Господь, мы дети Твои. Мы только что провозглашали Писание о том, что Ты даешь каждому ребенку, каждый принял от Тебя эту сверхъестественную, невероятную благодать и силу, и жизнь. Апостол Петр говорит, мы стали причастниками Твоего божественного естества. Боже, мы Твоей властью, не своей, именем Иисуса сейчас повелеваем и провозглашаем в нашу жизнь Твою святость, Твою чистоту. Твою крепость и здоровье, Господь, Твою благодать. Во имя Иисуса Христа мы запрещаем всем проявлениям ковида, болезней, Господь, всем, Господи, проявлениям демонического влияния, страха, обиды, боли, Господь. Я прошу Тебя, чтобы наши мысли, которые сворачивают постоянно нас на рельсы и пути обид, перечисления, кто чего сказал, как нас ранил, как нас обидел, как плохо отозвался. Во имя Иисуса пусть будет разрушено это облако навязчивых негативных мыслей, этих ложных обвинений, которые провоцируют нашу обиду на людей вокруг нас. Во имя Иисуса мы провозглашаем благословение, свободу, свободу, Господь, потому что Ты сказал, что не обвиняй многих других, потому что Ты и сам много согрешал, и мы освобождаем этих пленников, о которых плохо думали, на которых наговаривали, виноваты они или нет, Господь, мы отдаем их в Твои руки, и мы благодарим Тебя за мир, благодарим Тебя за свободу, благодарим Тебя за радость, которая приходит, утешение. Аминь. Просто вижу действительно, что кто-то сейчас с болью просто развязывает вот эти камни, которые как на душе тяжело-тяжело давили в жизни. Кто-то со слезами и со стоном просто молится сейчас во имя Иисуса Христа. Просто доверьтесь тому, через что проводит вас Дух Святой. Отпустите, простите мать, которая жестоко вас била, хватая за волосы, просто била головой. Во имя Иисуса, Господь, пусть придет исцеление, пусть придет утешение, пусть вы переживете объятия ангелов, которые рядом с вами сейчас, утешение и елей, просто плачьте, пусть с этими слезами выходит всякая горечь, всякая боль, всякая обида, всякое непрощение, Господь, пусть приходит мир на вашу душу, и пусть приходит исцеление во имя Иисуса Христа. И я вижу тоже, что Господь говорит о том, что у кого-то есть экзема, какие-то кожные корочки такие на коже, на руках, где-то это не только на кистях рук, но прям как сгибы суставов и так далее, какое-то намокание. Во имя Иисуса Христа приходит елей. Елей исцеления, просто исцеление, обновление кожи, просто исцеление сердца, кожи, суставов во имя Иисуса Христа. У кого-то зуд какой-то, прям зуд, это чешется, это раздражается, Господь, Ты исцеляешь и внутри, и снаружи, Господь, обновление приходит. Господь, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Кто-то прощает своих должников, кто-то прощает банки, которые связали как путами, кредитами и так далее. Просто отпускает это в Твои руки, и Господь
поворачивает мир свой к вам, как реку, и решение ваших вопросов, связанных с кредитами, с ипотеками. Господь, я благодарю Тебя, благодарю Тебя за свое сверхъестественное обеспечение. Пусть будет списывание долгов, пусть будет, Господь, милость от Тебя, Боже, тем, кто устал, тем, кто плачет. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя за то, что Ты вхож в каждую ситуацию. И Ты, Господь, даешь тем, кто зависим от алкоголя, Господь, от просматривания порнографии, Господи, Ты даешь им, Господи, Твой трепет, Твою святость, Господь, нежелание быть зависимым от этого, нежелание, Господь, Ты поворачиваешь их к свободе. Я прошу Тебя, чтобы Ты соединил их с теми людьми, которые могут послужить и подкреплять их вот на этом пути исцеления, на этом пути восстановления. Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, что вся земля славит Тебя. Вся земля, мир, устроение, исцеление от ковида, Господь, от разных респираторных заболеваний, восстановление кишечника. Господь, спасибо Тебе, восстановление взаимоотношений. Да, молимся за общее состояние, просит помолиться за освобождение от наркотиков Руслана, за Шафи, освобождение от всего, молиться за финансы, за дядю Анатолия, чтобы отрекся от экстрасенсорики, молиться о покаянии семьи, за освобождение от алкоголя, за сестру Софью, очень болит тазобедренный сустав и поясница, за исцеление и также вот еще за спасение всей семьи. Леонид, приглашаю помолиться вас, а также помимо нужд за защиту от нечистой силы. Давайте помолимся, согласимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот чудесный вечер, за это время, Господь. Я благодарю Тебя за Твою власть и силу, которую Ты 2000 лет назад уже явил на эту землю. Ты победил дьявола, Ты победил демонов, Ты победил бесов. И Твоему имени подчиняется всякая сила, власть небесная, земная. И сегодня, прямо здесь и сейчас мы повелеваем именем Господа Иисуса Христа, что все оковы демонические, они просто разрушаются во имя Иисуса Христа. Аминь. Приходит полная свобода во имя Господа нашего Иисуса Христа в каждое сердце, которое исповедует и искренне верит в это, Господь. И прямо здесь и сейчас исцеляются люди, которые слушают сейчас этот эфир. Во имя Господа Иисуса Христа приходит свобода, приходит исцеление. Также я провозглашаю, разрушаются оковы ненависти и непрощения. Господи, исцеляются раны, раны, которые глубоко и долго и много лет были в сердцах людей. Прямо здесь и сейчас разрешается всякое ярмо именем Господа Иисуса Христа, и приходит полная свобода во Христе Иисусе, приходит полное исцеление и восстановление. Также, Господь, все те люди, которые обращаются сейчас к Тебе со всеми своими нуждами, со всеми своими проблемами, сложностями, трудностями, те, кто сейчас в нелегкой, непростой ситуации, Господи, прямо сейчас Ты приходишь в их жизнь, приходишь в их сердца, Ты разрешаешь, и Ты являешь свою славу, свою власть и свою силу, Господь. И они познают Тебя как великого, всемогущего, сильного Господа. И они славят Тебя, потому что прямо сейчас и здесь происходит исцеление, приходит разрешение, Господь, всех нужд и проблем, Господь. И имя Твое сейчас здесь прославляется, потому что это имя силы и власти, как на небе, так и на земле. Господь, я благодарю Тебя, и также я провозглашаю, Господь, духовную зрелость среди Божьих детей. Они растут, они развиваются, они самостоятельны, Господь, и они могут противостоять всякой твердыне, они могут отличить ложь от истины. Господи, заблуждение от света в пути, Господи, я прошу и призываю Тебя, Господь, сейчас, здесь. Они растут, они возрастают, они выходят из младенчества. Господь, также благословляя каждого, Господи, кто сейчас в этом эфире, благословляя тех, кто молился, тех, кто делился. Пусть это слово, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и намерений, помышлений сердечных. И оно исцеляет изнутри и высвобождает Твою силу, власть во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Аминь. Аминь, аминь. Огромное аминь. Спасибо за вашу молитву. Благодарим вас. И, друзья, принимайте по вере. Сейчас что-то в духе произошло. Мы не можем этого видеть, но Писание говорит о том, что наша победа – это есть вера наша в живого Иисуса Христа, который был распят, воскрес. И теперь Он на небесах и даровал нам власть сегодня противостать демонам.